Заместитель акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов в рамках рабочей поездки Жанаркинский район и города Жезказган Сатпаев побывал на швейной фабрике товарищества с ограниченной ответственностью Ютари ЛТД и предприятии Кастехфильтр. Они созданы согласно реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. Заместитель акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов в сопровождении акима города Жезказгана Баужана Шингисова, его заместителя Нуржана Орынбаева и начальников учреждений ознакомился с деятельностью швейной фабрики товарищества с ограниченной ответственностью Ютария ЛТД. Фабрика была запущена в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в июне текущего года. Стоимость проекта модернизации и расширения швейного производства – 420 миллионов тенге. Запуск фабрики позволил открыть 230 рабочих мест для женщин. Всего на сегодняшний день в инновационной производственной компании Ютари ЛТД трудится 370 человек. Мощность предприятия – 1 миллион 800 тысяч швейных изделий в год. Предприятие выпускает корпоративную спецодежду для горняков, нефтяников, металлургов, энергетиков и железнодорожников. Товар отечественного производства пользуется большим спросом и отличается хорошим качеством. Заказами предприятие обеспечено на 5 лет вперед. Все процессы здесь автоматизированы, имеется собственное конструкторское бюро и современная лаборатория технологий легкой промышленности. Гостям показали пошивочный цех, вышивальный комплекс и автоматизированный раскройный участок. Заместитель акима Карагандинской области Ануар Ахмеджанов дал положительную оценку работе предприятия. Далее он побывал на предприятии «Кастехфильтр». Данный проект тоже реализуется по программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Стоимость инвестиционного проекта производства фильтров для автотранспорта, сельскохозяйственной и другой спецтехники – более 300 миллионов тенге. Количество создаваемых рабочих мест – 50. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012 года. Заместитель акима области подробно ознакомился с проводимыми там работами и поручил держать на контроле вопрос стройготовности проекта.